Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала на YouTube. Я Фролов Юрий Андреевич. Сегодня буду продолжать мою рубрику «Долголетие и долгожителей». И сегодня речь пойдет о двух сверхдолгожителях Псковской области, Пушкиногорского района. Это чуть дальше. Но начну я вот с чего. Я сейчас вам зачитаю письмо изумительное. Я был просто поражен, честно скажу. Одной моей зрительницы, которая разместила вот это письмо свое под моим видео, которое называлось «Долголетие на Руси. Старинная книга за 1899 год и аналитика Фролова. 105-140 лет». Так вот, это видео, кто не смотрел, кстати, обязательно рекомендую посмотреть. Там мощнейший аналитик, интересные факты. Оно набрало уже 140 или больше тысяч просмотров на данный момент записи этого видео. Итак, дальше. Буду я рассказывать следующее. Я вам зачитаю еще два интересных письма, которые как раз были в сети мной найдены по одной сверхдолгожительнице вот в Пушкиногорском районе. А дальше я из старой книги, старинной дореволюционной, которую показывал вам и обещал это сделать в прошлом моем видео, я зачитаю как раз очень интересные две истории. Ну и подведем итог. Начинаем. Итак, письмо Уважаемый Юрий Андреевич, а почему вы считаете, что сейчас нет долгожителей? Кстати, сразу скажу, я не считаю, никогда такого не говорил. Говорил, что сейчас гораздо меньше их, чем было раньше. И так, тем не менее, дальше. Письмо. В 2011 году мне пришлось жить в Сухуми. Однажды утром ехала на работу в маршрутке. Водитель удрученно рассказывал знакомому, как умирает от рака его 35-летний родственник. Как же сейчас это характерно, правда? На одной из остановок в салон вошла пожилая чита. Женщина лет 65, мужчина лет 70. Видимо, кубанцы. Еще на остановке я обратила внимание на их одежды. Это была мода 30-х годов. Они сели впереди меня. И я рассмотрела ткани, с которой шита одежда. Ткань была соткана на станке. Об этом говорила неоднородная толщина нитей на ткани. Такая же ткань осталась у меня от бабушки. Так вот, Женщина почти сразу включилась в разговор водителя и высказала свое мнение. Это мнение было совсем не такое, какие мы привыкли слушать. В ее интонации чувствовалось глубокое уважение к собеседнику, ее образ мышления сильно отличался от привычного мне советской школы. Через мгновение все пассажиры были в нее влюблены. Они и проехать-то всего две остановки успели. При выходе водитель пожелал им дожить до ста лет. На что женщина ответила, что ей 103 года, а супругу 108. Водитель долго извинялся, а мы были поражены. Спасибо вам за то, что освещаете вопросы долгожительства. Вот тут я небольшой сделаю все-таки комментарий свой. Видите, действительно поразительное. Конечно, таких людей надо было расспросить, прям сойти на остановке, я бы это сделал. Об их жизни, почему действительно надежда такая, ну. Такое бывало, естественно, были описывались случаи, когда люди вот тут привыкли просто носить свою определенную, не то что моду, но э, к тому, в чем привыкли ходить и так, и действительно носят э, всю свою жизнь. Такое описывалось и в дореволюционной России среди аристократии, когда менялась мода Екатерининской эпохи на Николаевскую. Некоторые так э, в моде Екатерининской ходили до чуть ли не 40-х-50-х годов, кто был долгожителем, жили, да, ну я имею в виду из дворянства. Ну и так далее, и так далее. Это все понятно поражает то, насколько здоровы эти люди, и если они выглядят на 65-70, свои, так сказать, 103-108, это, конечно, очень интересно было бы расспросить, как, что они ели, питались, как жили, чем занимались, ну, то есть сотни вопросов, вот я бы это сделал, конечно. Также поражает, я бы сказал, меня то поразило, что после опубликованного вот того прошлого видео, под ним были десятки очень интересных комментариев. И, скорее всего, я сделаю отдельное видео, зачитаю эти комментарии и выскажу свое мнение и проанализирую, что же это значит, о чем говорят эти комментарии. Ну, а теперь давайте то, чтобы не терять время, идем с вами дальше. Итак, перед тем, как я расскажу вам и зачитаю из этой книги старинной, познакомлю вас как бы тем самым с двумя долгожителями, которые уже, конечно, умерли, но их еще есть люди, которые помнят здесь. Так вот, я вам зачитаю два письма из сети. Как обещал, это очень важно. Первое. Пишет человек: а вот причина моего отличного настроения. Итак, Акулина и скоропостижная. 1813 год, 1926 год. Мне хочется верить, пишет человек, что бабуля умерла от очередного приступа смеха в свой день рождения. Ну, это и понятно. Действительно, фамилия скоропостижная При таком-то возрасте это, конечно, смешно. А потом звонил, узнавал, пишет человек далее. Назвали три источника, где про нее можно покопать. На словах сказали, что это дичиха. Когда была совсем маленькая, собирала грибы, повстречала Пушкина в лесу, о чем, повзрослев, написала целую книгу воспоминаний. Кстати, я не знаю такой книги, если кто-то узнает, пожалуйста, дайте ссылку. Вряд ли она писала какую-то книгу. Я полагаю, у нее было предостаточно времени, чтобы соорудить за 15-минутной встречи романа Попея. Ну так вот, она встречалась и знала Пушкина на протяжении многих лет, потому что она была дочерью священника, с которым дружил Пушкин, но об этом чуть дальше. То есть человек не в курсе, ну что же дальше ему сказали, вот что важно. А между прочим, голос на другом конце провода стал заметно строже. Ряд исследований Сходится во мнении, что Акулина и Ларионна прожила не 113, а всего 105 лет. Так что молодой человек ирония, насколько сами понимаете. Меня поражает другое. Я вижу очень отчетливо эту тенденцию, что сейчас почему-то переписывают даты э, реальной жизни людей. Э, это я видел сам, когда ту же самую табличку 1813-1926 я видел сам несколько лет назад. В Ворониче на кладбище, где бабушка эта похоронена. Но буквально год назад я читаю табличку, где уже действительно 105 лет. То есть музейные работники подсуетились и почему-то изменили даты жизни. Хотя, как раз к чему я все это говорю, я прекрасно знаю и легко посчитать то, что известно, когда Пушкин проживал в Михайловском, когда он общался с отцом данной бабушки. Но это известно. Также известна дата смерти бабушки значит, мы можем сделать вывод. Какой она была по описанию, примерно каких лет, это была уже подросток, девушка, когда она общалась. Ну и, соответственно, мы можем точно сказать, что да, она прожила однозначно больше 110 лет. Тем не менее, почему, это уже другой вопрос, почему уменьшают продолжительность жизни. А вот давайте второе письмо другого человека из сети. Однажды на деревенском кладбище пишет человек ⁇ Близ города Воронич ⁇ Для тех, кто не знает, это в Пушкиногорском заповеднике. Я случайно заметил среди травы старый деревянный крест, табличка, на котором поразила меня датами жизни 1813-1926. Прочитал имя «Скоропостижная Кулина Илларионна. Она была дочерью местного папа, которому частенько навидывался в гости с Пушкин. Простая деревенская девушка была столь незаурядна, что она стала прототипом пушкинской барышни-крестьянки. Внимание, эта женщина – явилась прототипом действительно вот этого рассказа Пушкина. Теперь, наведывался в Воронич Пушкин, смешил ее. Бывало, они вместе отправлялись по грибы ягоды. Уже по-другому, видите, да, пишет. Можно представить, какой след в душе совсем юной девушке оставил жизнелюбивый Пушкин, если она постоянно посещала его могилу в Святогорском монастыре вплоть до 20 века. Я бы сказал, до конца первой четверти 20 века. То есть, есть люди еще, кто ее помнит так как тут есть жительница, с которым за 90. Подумать только, она была последней, кто знал Пушкина и хранил о нем живую память в течение ста лет. Сам этот факт, носить в душе дорогой образ и быть верным ему целый век, поражает воображение. Удивительнее еще то, что несмотря ни на какие происки и паразитизм современных чиновников, как плесень опутавших все этажи и сферы общества, в том числе и культуру, дух Пушкина живет в Михайловском, и спасает эту землю от окончательного запустения. Вот прекрасные слова, особенно вот эти последние, я бы сказал, спасает и вообще всю русскую землю от окончательного запустения. Поэтому, конечно, дорогие друзья, вот маленькую ремарку. Кто еще не был в Пушкинских горах? Ну нельзя просто, как говорится, считать себя даже хоть маломальски культурным человеком, уважающим себя, если вы хоть куда-то ездите, конечно, в своей жизни, что если вы еще не были в Пушкинских горах, обязательно побывайте, но ну, прочувствуйте эти места, пройдитесь, так сказать, вот, конечно, с книгой Пушкина, там, стихов, каких-то рассказов, о нем рассказов, потому что это, конечно, совершенно будет другое ощущение, Уверяю вас. Если вы спросите, а почему же про Пушкинские горы вот долгожителей я решил рассказать, но я отвечу так, что я сам просто хоть и коренной москвич, но уже три года как переехали с семьей жить мы под Пушкинские горы. У меня эко-отель, аграрное хозяйство. Если хотите, кстати, дорогие друзья, приезжайте к нам погостить в наш эко-отель. Можете посмотреть по ссылочке под видео, будет как это все можно связаться, забронировать места и посетить наш чудный уголок. Ну и, конечно, совместить с тем, чтобы обязательно посмотреть Пушкинские горы, Михайловская, Тригорская, Петровская, Воронич городище, Бугрово мельницу, так сказать, и прочее, воссозданную деревушку. Ну и много другого интересного здесь у нас в краях есть. Я уж не говорю про природные красивые места, объекты, речку Сороть, высокие берега, ну и так далее. Так вот, правильно написал этот человек, единственное, что был, оказывается, еще один дедушка, который прожил больше, чем Акулина Илларионна. Но об этом как раз сейчас я начинаю не просто свой рассказ, а рассказ тех, кто о нем написал. А кто это, сейчас вы узнаете. Сколько прожил дедушка, скажу в конце, а в самом конце будет моя как бы небольшая аналитика по данной теме. Что же это за книга? Называется она «Дорогие места. Под редакцией Белоусова, издание второе, книгоиздательство писателей в Москве. Дело в том, что первое, как я вижу на развороте издания, да, было э, разрешено для учебных э, заведений, средних учебных заведений в 1909 году, 22 апреля разрешение. Вот. А это 16-й год, книгоиздательство писателей в Москве. Значит, теперь, о чем первая глава? Называется она «В пушкинском уголке». Я немножко зачитаю, это очень интересно, то есть как начиналась поездка вот двух друзей, которые как раз рассказывают о двух сверхдолгожителях в данном вопросе, нас это интересует. Хотя сама книга по себе очень интересная, описывает эти места больше ста лет назад, да, ну то есть прекрасно. Но давайте не будем время терять. Побывать в Пушкинском уголке, в Михайловском, Тригорском, в Святых горах, а раньше это так называлось, Пушкинские горы сейчас они – в местах, тесно связанных с именем великого поэта, было моим давнишним желанием, которое, однако, долго не удавалось мне привести в исполнение. Но вот как-то весной, разбираясь в своей библиотеке, я случайно разыскал томик писем Пушкина, и при чтении этих знакомых страничек неудержимо потянуло туда, в эти места, откуда были написаны многие из этих писем. На этот раз я не стал откладывать сборы в долгий ящик, и кое-как, отвоевав несколько дней свободы, вместе с писателем Мошином тронулся в путь. Было ясное солнечное утро, когда мы, оставив душный пыльный вагон, очутились в уездном городке острове. На почтовой станции, откуда в сущности должно было начаться наше настоящее путешествие. Маленькая справка. Город остров и сейчас жив здоров, но в 1900 году к нему проложили железнодорожную станцию. А дальше она уже шла в Пушкинские горы. Кстати, она существовала до войны. Теперь уже нет в Пушкинских горах железнодорожной станции и путей. Но с 1900 года все желавшие посетить Пушкинские горы останавливались там, пересаживались на уже извозчиков на повозки и ехали в Пушкинские горы. Продолжаю. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 лошади уже были запряжены, и мы уселись в удобный вазок. Дрогнул колокольчик. Застучали по неровные мостовые колеса. Вы впервые, господа, едете, обернулся к нам ямщик. Впервые, что тогда нужно бумагу выправить, а то через мост не пропустят. Такой известный мост в острове. Очень красивый, до сих пор сохранившийся, как мой памятник с тех дореволюционных давних времен. Обязательно, дорогие друзья, посетите и остров, получите массу позитива. А теперь я пропускаю определенное количество страниц и перехожу к нашей непосредственно теме. Извозчика звали Алексей, и я пару слов еще скажу об интересном нюансе одном. Так вот, вот оборачивается к нам Алексей, говорит, в старину здесь стоял богатейший город Воронич, а сейчас осталась гора Воронич. А как разрушили его татары или литовцы? Литовцы. Так ничего с тех пор не осталось. А почему здесь две церкви? Два прихода от того и две церкви. А город, надо полагать, большой был. Возвращается к прежней теме Алексей. Вон по каким холмам, раскинувшись, был. И теперь вот в иную пору, как пашут, так находят какие-нибудь железки. С тех времен еще, стало быть, в земле находится. А еще дальше Тригорская. Ну, а дальше уже и Акулина Илларионна живет. Теперь непосредственно описание. Это 12 глава. В маленькое конце, покосившись избушки, на нас глядит древняя-древняя старушка. Странное лицо точно пергаментные, с глубокими, начертанными десятками лет морщинами. Такие лица встречаются на старинных иконах, а в жизни у очень глубоких старцев. Здравствуйте, Акулина Ларионна. Приветствуем мы, заранее зная, что не ошибемся и видим именно ее. Старушка смотрит на нас большими тревожными глазами. Она, видимо, плохо слышит, как и Иван Павлов. А про него я расскажу дальше. Они встречались с ним до Акулины Ларионны, но так нужно было, что я Местами поменял. А, но кажется еще довольно бодрую. «Вы, Акулина Илларионна, будете?» Говорю я, насколько возможно, громче, наклоняясь почти к самому уху ее. «Я, я, родимый, я, я сама и буду. Здравствуйте, Акулина Илларионна. Мы повидать вас приехали». «Повидать? Ой, родные, откуда же вы меня знаете, а? Да вот слышали, что вы а Александра Сергеевича Пушкина хорошо знали». «Как не знать? Как не знать нашего благодетеля?» – живо отозвалась старушка. «Еще бы не знала! Благодетель он наш был, царство ему небесное!» «Так вот, нам интересно было бы услышать от вас что-нибудь о нем!» «Да что же вам рассказать? Знал это я его хорошо! Батюшка, папенька мой, священником был и очень любил Александра Сергеевича! Бывало, как папенька день или два к нему не поедет, глянем, сам Александр Сергеевич к нам уж жалует. Ты что же это, говорит папеньке, не заглядываешь? Ну, папенька и объясняет, что, мол, Александр Сергеевич, было то требы до да свадьбы, да то, да другое. Александр Сергеевич в ответ, чтобы, мол, такого не было. Очень он папеньку любил и постоянно с ним время проводил. Вернется, бывало, папенька от Александра Сергеевича, а я спрашиваю, что вы, папенька, там делали? А папенька и отвечает, объясняет, а вот, мол, сидим, шутим, смеемся. Только у нас с ним и дела, дочка. В парк тоже, бывало, никого не допускали. Ну, видимо, Михайловская. А мне можно было ходить. Ну и пойдем мы утром, чуть свет, грибы собирать. Грибов там белых, страсть сколько было. Смотришь, а Александр Сергеевич уже вставший, идет нам навстречу и окликивает, кто это здесь? Увидел меня, улыбается. А, это ты скажет, поповно. Ну давай, я вам помогу грибы собирать. Вот и начинает ходить палкой, указывать, где грибов больше зовет. Сюда, Поповна, сюда, смотри, сколько их. Набираешь корзину и станешь просить. Батюшка, барин, вы, вы бы тоже себе взяли на фриштык. А Александр Сергеевич улыбнется и спрашивает, во сколько собирающийся? Да две всего, говорю. «Ну, а у меня их двадцать, так и уйдет. Благодетель он нашим был, Александр Сергеевич, рассказывает снова старушка, однажды возьми и подари папеньке семь десятинок земли. А папенька-то и говорит, как же, Александр Сергеевич, нужно же все это на бумагу перенести в город поехать. А Александр Сергеевич отвечает, ничего этого не надо, я сам напишу, и никто от вас моего подарка не отнимет». И сам тут же сейчас и написал эту бумагу. А вот как был у нас пожар, от молнии дом-то загорелся, так и сгорела эта бумажка. И все семь картин хороших со стеклами тоже в огне остались. Говорил Александр Сергеевич, что никто, мол, моего подарка не отнимет, от а вон как вышло. Бумажка сгорела, и отняли от нас землицу-то. Господа хорошие, сделайте милость, похлопочите, чтобы вернули мне старухи хоть две десятинки. Пусть вернут. Хоть на старость это чем-то порадоваться. В голосе старушки слышались слезы. Эти отнятые семьдесятинок, подарок Александра Сергеевича, стоили ей, наверное, многие горьких слез. Отняли, отняли, повторяет она. Вот одну бы хотя бы на утеху. Будьте столь добры, сядьте вот сюда, Кулина Ларионовна, попросил мой спутник, вынимая фотографический аппарат. Что-то никак снимать меня будут, «Ах, не люблю я сниматься», – заволновалась старушка. «Как был праздник в Святых Горах, на поминку Александра Сергеевича, тоже снимали меня. Только не люблю я этого, не люблю». Но затвор аппарата уже щелк. Значит, ну дальше там идут другие интересные моменты. Но я хочу что сказать. Вот может быть где-то есть эта фотография. Почему странно ее в альманах здесь не, так сказать, поместили. Вот, например, фотография Тригорского прекрасная здесь есть которое сейчас, вот оно уже Тригорское, абсолютно такое же, оно было после войны один в один восстановлено, что было утрачено. Ну а вот, к сожалению, фотографии, может быть, кто-то найдет, мы постараемся поискать в сети. Очень интересно было бы на это лицо, тем более так хорошо описанное, да, посмотреть. Так вот, дорогие друзья, Акулина Ларионна прожила 113 лет. Значит, я сейчас рассказывать буду дальше вам о поездке, когда наши главные герои ехали в Пушкинские горы, то им порекомендовали, чтобы о Пушкине побольше узнать, посетить двух сверхдолгожителей, кто еще помнил Пушкина. Конечно, наверняка были и другие люди в то время, да, но мы знаем вот точно из этого рассказа о двух. И вот кому вначале они заехали, сейчас я вам расскажу. Это не богомолы ли, указываю я на ближайшую деревушку? Не, это клопы. Богомолы там, далее будут, отзывается возница, раскручивая пожертвованную ему папироску. Клопы, Хм. да, клопы, название такое невозмутимо, пояснил он, и звучно сплюнув добавил. Вот не знаю, как теперь починились ли. А прежде у Ивана Павлова такая хата была, что и войти боязно. Того и глянь, рассыплется. Дальше, в общем, они приехали, и начну с этого момента. Мы в нерешительности остановились у порога. «Ах, касатики мои! Плохо у нас тут аж неладно!» Заохала какая-то старушка с ухватом в руках копошившиеся у печки. «Кого вам, родные? Иван Павлович дома? Дома, дома, где же ему больше быть? Выть-ка, выть скорее!» – засуетилась она, окликая кого-то из темного угла. Ивана накинь накинь-ка зипун, да выть-ка из избы на солнышко!» «Здравствуйте, господа!» – послышался старческий голос. «Вот он, Иван Палыч, пушкинский ветеран. Довольно еще бодрый старик, с гривою седовато-желтых волос» с детскими ясными голубыми глазами, сохранивший почти все зубы и светлую память. Сколько видел он за свой долгий век и сколько интересного мог бы порассказать. Мы уселись на деревянных обрубках у крыльца на самом пригреве. «Скажи-ка, дедушка, говорят, ты знал Александра Сергеевича Пушкина?» «По что не знать?» – отозвался старик, глядя на нас своими голубыми глазами. «Знал. Все мы его тут по ту пору-то знали. Расскажи нам, сделай милость что-нибудь про него. А что же рассказать? Хороший он был барин, на редкость барин был, да и вся семья его такая была. Этих господ помяни бог. Жил он, как спрашиваете, а жил он один, с господами не вязался, на охоту не ходил, крестьян любил, по ярмаркам бывало ходит, соберет старцев, старцами в ту пору нищие-то, калеки назывались, ну и заставляет их петь. Слушает, как они поют, а в ину пору и сам подпевал. Ты, говорят, дедушкой купался с ним не раз, да ведь всякое бывало, и купался, и разговаривать приходилось. А и уезжал Александр Сергеевич, помню так: Было это девятую пятницу на ярмарке. Вдруг приезжает адъютант к нему и говорит: Вас Александр Сергеевич в Питер требует, а Александр Сергеевич в ответ, Я нужен. Ну, едем. В Михайловское не нужно ли вам заехать? Спрашивает адъютант. Не нужно, не нужно. Говорит, и как ходил в рубахе, так и уехал. А что, дедушка, в Михайловском теперь ничего от прежнего-то? Того времени не осталось? Старик махнул рукой. Куда и там? Вот помню я. Оживился он. Дача летняя была построена. Хорошая дача с мебелью. Все как следует. А поди-ка, Найди, где она была, а я вот помню и указать могу. Пруд был, а потом, как Наталья Николаевна приехала, так и приказала его засыпать, ну и засыпали. Вот, изобразили бы вы мне эту дачу, хоть полюбовался бы я. Обратился он ко мне, заглядывая на мой раскрытый альбом. Да ведь трудно нарисовать, дедушка, не видав. А я бы все вам обсказал, все разъяснил. Я вижу, как и сейчас все помню. И в этой наивной просьбе старика чувствуется теплое, безыскусственное чувство любви к Александру Сергеевичу. Вряд ли знал Иван Павлов тогда что-либо об Александре Сергеевиче больше того, что он Михайловский барин. Да вряд ли и теперь он вполне уяснил, чем был для нас этот барин. Но ну и тогда, и теперь для него это в сущности было, наверное, безразлично. Он сею глубиной своего простого сердца любил не мирового гения, не великого поэта, а доброго, хорошего, сердечного человека, сумевшего воздвигнуть нерукотворный памятник в сердцах знавших его людей, и эта любовь сохранилась в сердце старика долгие десятки лет и угаснет только с ним вместе. Разговор и воспоминания, видимо, утомили старика. Он зябко вздрагивал и кутался в зипун. Ну, прощайте, дедушка, большое спасибо. Даст Бог, еще увидимся. Потолкуем еще. Прощайте, прощайте, отозвался старик, выходя с нами за ворота. Ну и так далее. Дальше они поехали уже к кулине Ларион, а дальше они описывают свои дальнейшие путешествия. Что же мы можем вынести из данного документа? Потому что это является безусловно документом. Я вам более того, скажу, что. Один мой знакомый местный краевед, очень известный в своих кругах человек, он написал больше, по-моему, 5 или 6 книг о Пушкинских горах, о этих местах. Он краевед, работал раньше при Геченко, бывшем директоре, самым известным, да, который с послевоенных год взял Пушкинские горы, восстановил его. До 90-х годов он трудился, пока не умер. Ну и вот этот мой знакомый краевед, он рассказывал, что да, он знал внука вот этого и Ивана Павлова, который э, подтвердил это и действительно известно, когда умер этот дедушка. Умер он 120 лет. 120 лет он прожил. Ну что ж, я вам скажу, что в принципе это не были не были какие-то уникальные, скажем, даты и уникальные случаи для данных мест. Я уже рассказывал, что в Опочкинском районе он граничит с Пушкиногорским. Посмотрите это видео обязательно. Там я говорил и приводил в пример прямо даже видео книги одного местного краеведа, который собрал архивные данные и прочие, доказательно показал всем нам, что более 10% населения тех окрестных деревень всего района, а это Старобрядческий был центр, один из них, в средняя продолжительность жизни более 10% населения было больше 100 лет. Это в 300 раз больше, чем на Окинаве, который считается сейчас мировым центром долголетия. Огромное количество людей здесь жило долго. И не только здесь, по всей России. Вот и ведь мои видео вот эти для чего нужны? Во-первых, что-то интересное рассказать. Но не просто. А чтобы общая картина, реальная, сложилась у вас, дорогие друзья, а не те обрывочные сведения, на основании которых вот и высказывания всяких умников с телевизора, так сказать, за долгие десятилетия. Нам навязана информация о том, что раньше вообще 30-40 лет жили. Что там говорить про раньше? Сейчас ничего. Хорошо. С достижением современной медицины люди больше стали жить, дольше. А по факту, что мы видим... Так вот. Давайте так. Если вы хотите какие-то суждения, мысли высказать на этот счет, что-то опровергнуть, то не нужно это делать до того, как вы посмотрите все мои более 10 видео по долгожителям, потому что в каждом из них я объясняю что-то новое, а в некоторых провожу просто глобальную аналитику по причинам, почему смертность была высокая, почему же такая статистика и правдивая, и ложная одновременно. И это не противоречие, это действительно так. Очень долго жили, но действительно средняя продолжительность 30-40. Но это не значит, что жить стали лучше и стали веселее. Так вот, тем более дольше. Почему она снижается? Какое было питание? Десятки других факторов. Анализирую я в этих 10 и даже более видео. Поэтому, дорогие друзья, смотрите все целиком и не судите по всего лишь одному данному видео. Это цикл, целый цикл. Но он очень важен для тех, кто хочет реально понять, а не верить мне, себе, еще кому-то, а просто понять, беспристрастно проанализировав ту информацию, которую я даю. Там, в некоторых и перепись 1948 года. То есть еще та, та самая сталинская точная статистика абсолютно. И прочие факты. И вот я только после этого вам рекомендую что-то, если вы захотите такое вот в опровержении, якобы сказанное мною, писать. А, кстати, откуда могут быть опровержения? А они могут быть только продиктованы тем, что человек хочет успокоиться и жить так, как он хочет, как привык. Жить так, чтобы, ну скажем так, понимая, что он умрет э, достаточно рано, не доживет до долгих преклонных лет. Он оправдывает свою жизнь тем сама, все это ерунда. Ему так и дальше пить, курить, есть все подряд, всякую гадость будет гораздо проще, чем если он поймет и скажет, да что ж такое, надо же браться за ум, за разум, нужно принять к сведению вот эти все факторы которые объективно сказываются на продолжительности качестве, главной продолжительной жизни, вот это нужно учесть. А как учесть мы можем? Понять, сначала уяснить. Ну, а проще отмахнуться, сказать, все это ерунда, найти 2-3 якобы опровержение, хотя порой то, что пишут люди, противорез, да, вот потому что я говорю, это на самом деле не является опровержением вообще ничем, но людям так легче. Вот эта вот позиция неконструктивная, она глупая, и я очень рекомендую не э делать так, как вот делают эти люди. А дальше я буду делать видео уже о конкретных людях, хотя иногда буду делать обобщающие. В общем, рубрика это будет продолжена. Я надеюсь, она будет вам очень интересна. Я так думаю, что нету больше такой глобальной аналитики по долголетию, долгожительству, причинно-следственных связей и так далее, да? как у меня на канале «Это точно». Кстати, есть еще то, что я вот ссылался про канал на ТВ-1. Ну, там их несколько, на самом деле, по которым показывают вот эту серию с МГУшными биологами. Серию видео, где они ездят по всему миру, по разным островам, там на Кубе были, в разных местах. И анализируют, якобы анализируют тех долгожителей, про которых им показывают местные геронтологи, с кем они встречаются, записывают. Я был поражен и всегда поражаюсь тому, какие вопросы они задают, как они исследуют, на основании чего они делают какие-то выводы. Да там никакой вообще аналитики нет, кроме двух-трех примитивных тестов и какого-то опроса, а даже не опроса больше, а лично свое мнение высказывают. То есть я просто, вот вы сравните, просмотрев мои видео и посмотрите то, что они говорят. Но там есть очень интересный момент. Я о котором расскажу отдельно. Это община вот этих адвентистов седьмого дня, э, так сказать, в США, в Калифорнии. Вот это очень интересное было. Хотя они неправильные выводы, а вернее они вообще по сути их не сделали. Однако выводы за них сделаю я, возьму за основу это видео и прокомментирую. Это будет в дальнейшем. Следите за моими новыми видео, подпишитесь на канал мой, кто еще не подписан, обязательно поставьте колокольчик, где значит, будет подписка, потому что вы будете уведомляться о новых моих видео и не пропустите ни одно, вам придет уведомление, вы сможете просмотреть. Также я вам рекомендую подписаться на рассылку на моем блоге, главном сайте ufrolov.blog. И подпишитесь на сайте nadgard.ru, это сайт по нашим продуктам, товарам, приборам по воде и так далее. Изучите, посмотрите, рекомендую. Это уже, так сказать, в завершении такая рекомендация. Ну и подпишитесь, тогда вы просто будете получать рассылку, в которой будут какие-то новые технологии, рассказы, видео тоже, да, чтобы не забыли посмотреть. Ну вот, это моя общая рекомендация в конце. Ну, что ж, дорогие друзья, крепкого вам здоровья и до новых встреч. Всего хорошего.